Добрый день. Специально записываю это видео по вашим комментариям по поводу моторов в мототракторах, где модель указана 15 лошадиных сил, а по факту мотор 195, который, как известно, 12, или 192, где вообще 10. Вот мототрактор Булат 120, еще известный как Булат 150. Это 18 года образца, 150. Мотор 195. Мототрактор Форте 161. Мотор одноцилиндровый, дизельный. Заводская табличка, шилдик. 15 лошадиных сил. По факту 95 мотор R195, 12-сильный. В чем отличие? Из 800 кубических сантиметров объема, которые были в 2016 году, китайцы теперь выпускают такие же моторы с более удлиненной форкамерой и с другой поршневой, и добавляют еще 90-100 кубических сантиметров. По факту 1-2 лошадиные силы, то бишь из 12 он превращается в 13,8 по номинальной мощности. Заводы-изготовители, такие как Scout, Forte, пишут по максимальной мощности мотора, указывают 15 лошадиных сил. Но смотрите внимательно в описаниях, которые есть на сайте, в описаниях самих моторов. Теперь мы указываем две цифры, номинальную и максимальную мощность, чтобы не вводить людей в заблуждение и указывать достоверную информацию. Вот. По факту у любого дизельного мотора есть определенный запас мощности, есть номинальная, максимальная, она есть и на генераторах, и на любой дизельной технике, и все это знают. То бишь, собственно говоря, мотоблоки 8-сильные, которые тянули 1,5 тонны, ну, они тоже имеют запас мощности определенный, который у них был. Зирка, Заря, Зубр, старые мотоблоки. Даже сейчас очень много такого встречается, люди очень хвалят, что хороший мотоблок тянет как трактор. Только за счет того, что из 8 по факту там могли писать и 10, и 12. Но просто раньше так не делали. Раньше заводы указывали по факту номинальную мощность. Сейчас как рекламный ход. Многие заводы указывают мощность на 2-3 лошадки больше. Но максимальная она, в принципе, возможно, и достигается. Но на максимальных и повышенных оборотах. А по факту моторы 195, и вот фактическая мощность меньше, чем указано здесь номинальная.